утро. Идем гулять со Степой. Эх. Воскресное утро. Мы ходим по городу. Степа катается на скейте, а я плещусь в воде. О, большую поймал. Ты балуешь, заболеешь, ты знал? Пойдет это с телефоном. Степа хочет сделать смертельно опасный трюк, но ты же укатишься на дорогу. Тебя собьет машина. Все нормально. И ты умрешь. Нет, что же ты делаешь? Круто. Ощущения просто крутые. Как ощущения? Отлично. Камеру убери. Начинаем снимать обжор. Как ее жрать? Показать тебе? Угу. Так, уже доедаем шаурму. Сейчас как полностью все съедим. Я съел почти больше половины. Бля, что это за хуйня? Как у Хованского. Я съел больше половины. Было очень смешно. Сейчас, как все доедим, пойдем смотреть кроссовки. Ваня учится кататься на скейте. Бля. Вставай. Все нормально со скейтом? Нет. Самое главное. Давай, доебался, я вообще. Посмотрите на него, какая же свинья. Обтряхайте меня, урод. О! Утка тоже поди, да? Где мы? Там где? Есть все эти прикольные. Бомж оделся. Да, я не знаю. Не знаю. Чего штаны? Покажи кепку.
Смотрите, лошадиное говно. Подбирай скорее. Карман плоди. Лошадка тут пробегала. Шоколадная колбаса. Любой подписчик может сюда прийти. Нет, это пирожная картошка. Офигеть! Иди посмотри! Пойдемте посмотрим. Ой! И бля! Вот это колбасень! Там колбаса вот такая вот, наверное. Замерить рулеточкой. Знаешь, так анализы придешь сдавать. Взял это говно. В коробок засунул. А тебе не кажется, что это был каким-то странным говном больше? Включимся, когда будем в магазине. Сейчас как бомбанет. Ты что, идиот? Ты чё? Так, мне нам не удалось попасть в магазин Urban Shoes. Мы не успели, хотя магазин работает до 18:00, а сейчас 17:45. Вот так вот, всё. Ты куда это? Я сюда бомж. Снимает. Мы просто посмотрели. Я а что, фотографировал. А мы хотим, мы сами решаем, что нам делать. Даже нам. Эй, фак мог показать.